вечерели, дорогие гости! Эй, казаки, что за праздник, не расскажите вы нам? А сегодня казачьи гулянья, будем играть и петь, устроим танцы и состязания. В областном координационно-методическом центре культуры и творчества состоялся большой праздник «Казачьи забавы». Его участниками стали казачьи формирования из разных районов региона и творческие коллективы области. Организаторы праздника преследовали цель – познакомить ивановцев с бытом и культурой российского казачества, которые основаны на двух столпах – патриотизме и православии. Задача казаков – помогать тем, кто в этом нуждается. Большое внимание казаки вместе с военными уделяют воспитанию подрастающего поколения. С военными мы им помогаем, они нам помогают. Скажем так, у нас есть казачий класс в городе Иваново в 15-й школе. Вот, и 217 полк помогает, ну, скажем, организуем экскурсии для школьников в полк, различные мероприятия, военные приходят, знакомят с армейским бытом, вот. Чтобы дети не выходили у нас на улицы, вот, чтобы не было алкоголя, наркотиков, вот, лучше их в это русло, чем вот в этот беспредел. В Ивановской области насчитывают порядка сотни казаков, но чтобы быть казаком, не обязательно носить соответствующую форму и всегда иметь при себе оружие. Многие говорят, что это народность, на самом деле это не так. Это состояние человека самого. То есть как ему корнями все вот это закладывается, так он и ведет себя. То есть если ты казак и чувствуешь себя им, ты в любой момент должен даже вот тому человеку, который курит не в положенном месте, сказать, сделать замечание хотя бы, а не просто затаиться, как мышь, и уйти куда-либо. Вот я считаю, вот здесь это принципы качества любого мужчины, но сейчас у нас мужчины мельчают. Во время праздника в фойе Координационно-методического центра культуры и творчества работала ярмарка под названием «Казачья станица». Мастерицы могли показать, на что способны, а гости купить сувениры в память о празднике. Любовь Очерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.